Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Куцаева Дарья, и я преподаватель по акварельной живописи проекта «Художник онлайн». Я рада представить вам курс по акварельным натюрмортам. В этом достаточно объемном и сложном курсе мы с вами будем разбирать очень много нюансов, которые в дальнейшем вам помогут как самостоятельно писать натюрморты, так и, возможно, поступить в художественные учреждения. Мы с вами сначала разберем теоретические аспекты компоновки в листе натюрмортов. Как можно показать объемный предмет на плоском листе? Как показывать этот самый объем при помощи акварели? Мы с вами будем практиковаться в этих знаниях на протяжении всего курса и 8 практических работ. Мы с вами начнем работу с достаточно простого, но в то же время сложного натюрморта. У нас будет всего 2 объекта – груша и стакан. Но уже здесь мы с вами покажем объем груши, объем предмета на плоском листе, и также мы с вами разберем, как показывать фактуру граненного стакана при помощи акварели. Далее у нас с вами будет целых 3 работы с цветами. Мы начнем с более легкой работы и напишем красивые маки с белыми ромашками, используя маскирующую жидкость. В другом натюрморте с цветами мы с вами разберем красивые белые цветы и не будем прорисовывать каждый цветок отдельно, а покажем основной объем этих цветов. Но в этой работе мы с вами также разберем фактуру стеклянного кувшина и плетеной корзины. В другой работе с красными тюльпанами мы с вами разберем фактуру металлического бидона, красных ярких цветов и маленького стеклянного объекта. В одной из работ мы с вами будем очень внимательно прорабатывать фактуру стекла на 3 предметах. Мы с вами разберем, как верно простраивать эллипсы на бутылочках. Все бутылочки у нас будут разные по силуэту, по форме, но во всех этих бутылочках будет находиться жидкость, масло. И мы с вами покажем, как красиво подсвечивается это оливковое масло и какие звонкие яркие блики могут находиться на стекле. Также в некоторых работах мы с вами будем разбирать темный цвет в акварели. Одна из работ будет достаточно контрастный по тону, потому что на темном общем фоне мы с вами будем писать белую драпировку с красивыми фрагментами вышивки. В этой работе мы также с вами разберем плетеную корзину. Как показать ее фактуру и объем. В другой темной работе мы с вами разберем красивый яркий свет на тыквах и напишем очень сочную мякоть тыковок на темном фоне. И в завершающей работе мы с вами разберем необычную композицию в листе и вообще необычную композицию для натюрморта. Мы будем смотреть на наши объекты немного сверху и смотреть, как раскрываются эллипсы, как все объекты раскрываются в таком интересном ракурсе. Разберем различные фактуры, такие как дерево, глиняные горшочки, и также нарисуем с вами луковички растений. В этом курсе мы с вами разберем, как показывать акварелью различные фактуры, как показать объем разных предметов на плоском листе. Мы с вами отработаем различные колориты и тональные отношения в натюрмортах. Мы с вами будем писать как светлые работы, так и темные. Мы с вами разберем предметные тематические натюрморты, также натюрморты, в которых мы с вами будем писать цветы, а в каких-то будем писать овощи. Друзья, курс получился очень объемным, интересным. Я надеюсь, что он вам очень понравится, а я жду вас на курсе.